У меня сложилось положительное мнение о людях, которые меня приютили. Я решил им помогать. Макс явно был недоволен. Говорил, что, мол, подозрительно, они дружелюбны, а сам ершается непрощенными, которые послали меня куда подальше еще той ночью. Теперь да. Это мало кому нужный ресурс, мне кажется. Мы с Максом начали думать, что будем делать дальше. Я лично хочу вернуться домой и увидеть все своими глазами. Макс не ответил, но потом сказал: куда ты, туда и я. Ты один из тех, кому я доверяю. Мне это грело душу. Он мне сказал, что ищет еще двоих: Саню и Олега, с кем он пришел сюда. Ребята вроде бы проверенные, но я его успокоил, что они ночевали там же, где и я. Я с ними даже смог подружиться. И с ними баба. Заходили они к нам, побеседовали. Какую-то прогнали. Типа люберцы палмом выжгли. Можешь туда больше не идти. Да пошли они. Я все равно туда пойду, пока своими глазами не вижу. Так. Че, я с ними? Ты сейчас куда? Если что, чтоб найти тебя. Ты меня найдешь, я думаю. Я хочу тебя. Я не знаю, я сюда мало, я пошел по цели. Да, я думаю, надо откинуться спать. Мое тело с каждым шагом становилось все тяжелее и тяжелее. От нехватки сна, от нехватки воды. Что такое? Это еще кто? Но, видимо, они знакомы. Это хороший знак. Интересно, при каких обстоятельствах надо его расспросить как-нибудь, когда будем в безопасности. Я над ним поражаюсь, он всех знает. Нет, я знаю, нет. Я не знаю, кто. Это хрень с ума сходит. Да это хрень с ума сходит. Еще оккультисты. Еще оккультисты. Ну, сколько там, год-два назад, по-моему. Да, год-два назад были какие-то что-то типа каннибалов. Да. Сейчас не пойми кто. Бабай совсем не изменился. Надо его расспросить по поводу культистов и тролля в частности. Ободранные дела. Да, тоски отрезанные. Да. Да я не ободранный. Да это нихера не зомби. Да, это не зомби, это люди. И где встречалось? В ту сторону, в большой зале. Да. Слушай, ну где труп висит? Да, там капище. На двойных. Там еще висит. Ну, если честно,
два года назад там что-то висело. Слушай, бабай, а тебя тролли? Вот помнишь тролля? Не попадался. Кого? Тролли тебе не попадался? А-а. Мужичок с этим боекривцом. Нет, не попадался. Не попадался, я помню. На самом деле вообще очень мало людей. Я здесь всю ночь проходил. Я тоже. Не сильно кто есть. Так что, не осел? Да. Да, к ребятам прибился уже просто раз. В принципе, пока доволен. Саша что-то вообще не понял. В смысле? Ну, я к нему уже два раза приходил, два раза его нету. До этого, когда приходил, он меня на порог не пускал даже. Так, как-то странно, что-то происходит там. Интересно. Я у него когда последний раз был, года два назад, мы с ним беседовали, он мне там задание какое-то там дал, что-то найти какую-то буду типа этого лимона или еще чего. Ну я понял, базилик, лимон. Да, эти вещи нужны нам для нужные вещи. Очень нужны. Найдете, будет круто. Лимоны в наше место стерсут, как вы понимаете, а магазины давно не работают. Поэтому найти нормальный лимон очень сложно. Торговцы же можно заменить. Нашел первый раз, где он тут искать. Вот. И он нормально все, короче. А потом как щелкнуло. Что-то произошло, и он вообще, он на порог даже не пускал. А ты ствол так сильно починил. Ты ствол так сильно установил. Ну, не без ствола пока хорошо. Виня показал мне убежище, где он, Олег и Саня ночевали. Окей. Я знаю, где они, и главное, они в безопасности. А пока, сидя с оружейником, мы болтали о чем-то, чтобы просто убить время. Не факт, нигде ничего нет. Отмычки не попадались? М? Отмычки. Одному попадались. Я знаю человека, кому попались. Как раз вот в этом гипермаркете. Одна. Что? Продают, не продают? Пока не знаю. Но, короче, увидишь чувачка. Короче, вот радейка вот здесь. Черная это кепка. Еще фонарик. Да, зовут не знаю. Не помню. Ну, бля, поэтому надо или питание, точнее, питание надо, какое-то не все. Или бабу, которая захочет ее кормить. Я уже думал, в этом мире меня ничего не удивит. Но тот крик на втором этаже – это был плач младенца. Саня забрал ребенка к себе, и теперь они вынашивают это дитя. Да, хлопот теперь им прибавится. Кормящая грудь? Нет, говорит, я-то не роженец, у меня никогда не было таких материнских инстинктов, поэтому половина вещей тут либо кто-то захочет, либо где-то бегает, блин, полуголая роженица. Скорее всего, у этой бабищи найдется. Стоит. Они отмечали какую-то победу? Давайте. Сырье. Спирт. Ее надо поискать. Короче, потом. Могу внести свою репку. Нужна вода. Сливки. И попробовать сделать какую-то имитацию соски и кормить. Ярика на Вову лучше сливки. Крахмал и сахар лучше себе, что ли? Доктор, я тоже того страны. Ну, какая страна. Оп. Добью, нож есть.